Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим про польский тяжелый танк премиумный 8 уровня 50 ТП. Сразу же оговорка, у него значочек тяжа, но на самом деле это просто крыса, которая должна наносить много урона. Причем много урона надо наносить за счет просто одного действия в бою. Много стрелять по врагам. Все. Грубо говоря, я вообще не понял, как я на этом танке сделал средуху 3000. Этот танчик мне никогда особо не нравился. Когда я начал брать на нем 3 отметки, я посмотрел, о, планка 3000 там с хвостиком, все. Значит, надо средуху держать там минимум 2700 и еще светить. Поскольку я поставил модули досылатель, стабилизатор, приводы наводки, то светить я особо ничего не мог, обзор у этого танка не очень. Все поставил на пушку, значит, надо средуху 1003. Пока я думал, как на этом танке брать средуху 3000, она уже сама как-то там была 3000. И за 40 боёк, пока я брал 3 отметки на нем, у меня как раз и вышла средуха 3 косаря. Я просто ехал вперед активно и старался много стрелять. Плюс старался еще не подставляться, потому что как этот танк не поверни, всегда подставляешь уязвимую зону. Стоишь ровно к врагу. У тебя дырка в голове, в крыше башни, у тебя дырка также еще в НЛД здоровенная. Если ты пытаешься бортиком-ромбиком что-то танковать, у тебя на ВЛД в щеке возле лючка мехвода тоже дыра. Также там еще каемка под башней. В общем, как ни поверни этот танк, он всегда дырявый. Танковать я на этом танке практически никогда не старался. За 40 боев я потанковал немножко вот с шестерками, что вы видите, и то они меня ББшками иногда пробивали. Я уверен, что они меня не пробивали так много, только по одной причине, они не попадали куда надо. И еще один раз я потанковал бортиком против одного чувака в бою против Т-10. Куда он там стрелял мне кумулятивами, что не пробивал, это, конечно, загадка. Видимо, лупил там по гусенице или еще куда-то и не пробивал. А так этот танк всегда легко пробивается, как ни поверни его. Ну и все усилия, которые я делал, это просто быть впереди в гуще событий для того, чтобы иметь возможность много стрелять. Все. Много стреляешь, получается средуха 3000. Поскольку у нас перезарядка 11 секунд, поэтому и нужно много стрелять. Бои очень быстрые, а перезарядка очень долгая. Также у нас еще плохое сведение, плохая стабилизация. И даже голдой пробитие 245, что в принципе не очень. Пушка примерно как у Лансена, только стреляем мы раз в год. Также еще самое основное неудобство этого танка в том, что корпус очень длинный, очень широкий, очень дырявый. И башня находится не впереди корпуса, а посередине. И на нем выехать удобно из-за поворота или из-за рельефа очень тяжело. Самое главное это активно играть, но не выкатываться на врагов, чтобы они по вам стреляли. Вы должны выкатываться и безопасно накидывать урон. Много стрельбы, вот и получается средуха. Все. Много снарядов летит черти куда, много криво, сикость, накость, особенно вдаль. Да, это звучит, конечно, на первый взгляд тяжело. Но когда ты начинаешь на этом танке играть активно, но не подставляться, ты находишь лазейки, чтобы пропихнуть свой выстрел безопасно. Так и получается, что пока идет бой, ты накидываешь. Если это победный бой, ты потом еще видишь, где можно поехать еще пострелять. Едешь туда и еще достреливаешь, получается средуха 3000. Если ты вначале приехал, что-то там популькал, и бой не задался, видишь, что будет поражение. Пока ты там умираешь, находишь себе какую-то более-менее адекватную позицию, чтобы пострелять еще. Либо переезжаешь так, чтобы тебя не задавили и ты мог отстреливаться. И в итоге, пока ты умираешь, ты тоже еще настреливаешь. В целом, средуха почему-то 3000 на этом танке делается очень легко. Настолько, что я даже не заметил, как оно само по себе это получилось. Мне даже не пришлось что-то на нем выдумывать. Какие-то там модули подбирать, стиль игры, вообще ничего не делал. Просто у меня была задача набивать 3000 за бой. Я ее выполнил, все. Звучит очень тяжело, на деле все очень было просто. Самое главное это правильно ездить безопасно. Не ездить слишком близко к тем местам, откуда светят ЛТшки, не ошибаться на перекатках, не выезжать в перекрестные, иметь под рукой все время союзников, потому что у нас долгая КД, нас могут
два любых врага просто закрутить, завертеть и забуцать. Мы всегда должны иметь какую-то опору, на которую можем опереться в случае трудностей в бою. Мы не должны шароебиться сами по себе, мы должны много стрелять по врагам, имея под рукой тоже союзников и хорошие позиции. Ездим на основные направления и используем их по максимуму. Почему этот танк был настолько прост взять и трех отметок, я даже не знаю, при том, что я удивился, что на нем планка трех отметок высокая. 3000 с хвостиком, планка трех отметок — это планка танка довольно-таки популярного и на котором делается нормальный результат. Я поначалу подумал, типа, какой результат, это же конченый поляк. Но на самом деле получилось, что это было крайне легко и даже не было какого-то сверхнапряга. Да, иногда горела жопа из-за его кривизны в пушке и из-за его просто максимально рандомной брони, конченной с кучей уязвимых зон. Но так или иначе, ты просто едешь, отыгрываешь свои стандартные наработки, которые ты годами отрабатывал, там перекаточки, позиции, как там стрелять, механики игры туда-сюда, и оно просто легко само по себе. То есть этот танк не был для меня каким-то вызовом, челленджем или танком, который бы меня заставил ощутить новый геймплей, который мне нужно изучить. Этот танк был максимально прост, как дубина. Простой и понятный. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.